Всем привет, друзья! Сегодня я отправляюсь в Анапу на отдых и немножечко рассказать вам о тех местах, где я буду отдыхать. Мы сейчас в Москве, выезжаем 217-м скорым поездом. Ребята, мы в поезде. Вот дети мои. Кстати, огромное спасибо Тайсе. Такой браслетик подарила просто. В чате поклонников Юры Шатунова, где я общаюсь, с которыми меня пригласили на вечера памяти в Москву. Кучу нам подарков надарили в дорогу, кучу вкусняшек. Вот мы сейчас поедем больше суток. Вот. Замечательные соседи, новый вагон. Так что, друзья, покажу вам красивые места юга нашей любимой России. Наконец доехали, вот она, Анапа, друзья. Поедем сейчас селиться в гостиницу. Расстраивается город, вот. Сейчас едем, селимся в гостиницу. Едем мы, друзья, у Джемете. Там попросторнее. Первые дни будем там проводить. Вот, друзья, приехали в отель у Артура. Вот в таких апартаментах будем вот, жить. Друзья, вот такой бассейн здесь. Цветочки, все аккуратно. Номера с балконами. Лежаки, да, вот маленький бассейн с выходом в большой. Но такой достаточно глубокий. Тут лучше ребяток со спасательными кругами. Вот. Ребятушки, идем сейчас на море. Вот по такой вот улице. Все еще спят. Время 7 утра. 7 утра. Вот тут проходим множество кафешек. Вот. Множество машин стоит. С регионами разными. По номерам. Вот. Юг России. Чистое небо, красивое. Вот, друзья, дошли до автостоянки, и не верится, что за этими горами морюшка. Друзья, мы подходим потихоньку к морю. Вернее, к песочку морскому. Друзья, подходим. Все цивильно. Песочек. Без стекол, без мусора. Вот оно, морюшка, вот, друзья. 7 утра, никого нету. Ах, кайф, волны. Офигенно, просто офигенно. Там вот город сам. Вот он там вот. А там вот просто даль. Красивая даль. Идет модель. Вот оно, морюшка, ребята. Ой. Смотрите, какая красота. Какой кайф. А я в кроссовках. Ох, не переодел. А, переодеть сейчас будет. Вот оно, морюшка, друзья. Вот. Друзья, море холодное, 16 градусов всего. После шторма, говорят, оно до сих пор еще не прогрелось. Хотя ближайшую неделю обещает 31-33 градуса
жары. Пока идем в гостиницу, селимся, купаемся в бассейне. Вот, друзья, заходим в отель Эридан. Вас здесь на ресепшене встретит приветливо администратор. У нас третий этаж. Пойду сейчас вам показывать, как говорится, наши апартаменты на ближайшие дни отдыха и пребывания на юге нашей любимой России. Вот, друзья, дошел до третьего этажа. Тут вот микроволновка, такие вот игрушечки немного, раскраски для ребяток, гладильная доска в коридоре находится, кроватка детская, зеркало. А у меня номер 311. Вот, друзья, у нас такой номер здоровский. Вот санузел, душ. Тут есть все, и паста, и все. Вот небольшая комната. Это вот пандочка, которую подарили моим детям Союз Добрых Сердец. С московского зоопарка приобрели. Вместе мы ездили туда отдыхать. Вот енотик такой, ну это не суть. Вот кондиционер. В небольшом, небольшой комнатке телевизор, такая вот кровать. Сейчас балкон показываю, можно посидеть. Такой вот балкончик. Друзья, там бассейн. Так, вот, пожалуйста, шкаф. Там есть сейф, холодильник. Вот холодильник небольшой. Там вот сейф есть, чайник, посуда вся необходимая, светильники над кроватью, тоже кондиционер, телевизор, прикроватные тумбы, фен, такой вот столик. И балкон. Тут вещь у нас сушится маленько. Вот, можно посидеть. И вот такой вид у нас из отеля, из нашего номера. Тут люди белье сушат на балконах, там вот бельевые веревки, ничего в этом особенного такого критического нет, люди вот загорают. Хочу, друзья, сказать, что в отеле, где мы остановились, очень с пониманием относятся и с заботой каждому постояльцу, кто заселяется. Вот, допустим, мы вчера приехали в 7 утра, ну, маленько с утра покупались, а заселение здесь в 2 часа дня. Нам сделали исключение и заселили нас уже здесь полдевятого утра без дополнительной оплаты. Также хочется сказать, что здесь меняют каждые 2 дня постельное белье, каждый день прибираются в номере. Ну и вообще отношение человеческое в этом замечательном отеле у Артура. Большое ему спасибо за такую заботу о своих гостях, которые приезжают. Так что однозначно вам рекомендую, друзья, этот замечательный отель. Я спустился на первый этаж, вот здесь столовая. Такая вот столовая клевая. Такая вот раздача. Смотрите, всяких вкусностей. И салаты, и гарниры. Второе. Здорово, смотрите. Хотите блинчики, хотите манты, хотите котлеты, маршмеллоу для ребяток. Вот, булочки всякие, майонез, сгущенка, сметана, все для вас. Вот такая вот вкусняшка. Вот, мы тоже берем немножко.
Хочу сейчас подняться на дюну, показать вам красоту с горы. Песок горячий очень. Кипяток, да. Ах, в тапочках идти и то жарко, потому что он сыпется прямо на ноги. Поднимаемся, поднимаемся, друзья. О, вот она, Анапа. Фу, поднялись точки со старшей. О, красотища. Красотища. Правильно вот говорить. Фу, тяжко по сыпучему песку подниматься. Вот, друзья, смотрите. Вот оно, морюшко. Ну, людей немного. Море прохладно. Вода еще не нагрелась. Но есть. Вот, друзья, тут батуты. Массаж делают. Всякие услуги разные. Катание на вот этих водных ватрушках. Какая красота. Лежаки. Такие вот сверху навесы. Кстати, запрещено арендовать лежак без навеса. Так что вот такая ситуация. Вхожу, друзья, в морюшко. Вот. Такое морюшко. О, телефон у меня без защиты, кстати. Говорю сразу. Во. О, друзья. ЖМТ, Анапа. Июнь месяц, конец июня. Ох, волны пошли. Смотрите, там какой дракон. Атмосфера офигенная, друзья. 30 с лишним градусов всю неделю. Волны. Даже звук приятен от волн. Люди все с хорошим настроением, потому что отдыхают. Все с одной целью приехали сюда. Получить шоколадный загар, загореть, не сгореть. И покупаться в морской водичке. Прогулявшись немножечко по берегу моря, по торговым рядам, я пришел в отель. Сейчас мы будем купаться. Пока младшая дочка спит, с дочкой будем купаться со старшей. Привет, с юга! Юг России, это супер! Ура! Вот, друзья, зашли... Здесь торговые ряды, где продают очень много шашлыка и различных вкусностей. Купили вот такую лепешку с сыром, шампиньоны со сливочным соусом. Они стоят 190 рублей. Они да. стоят 90. А? Они стоят 90. 90 рублей шампиньоны 100 грамм. За 100 грамм. Крылышки, шашлыки, свинины. И картошка запеченная. Ну вот, друзья, вечер уже. 5 часов вечера. Вот солнышко уже потихоньку на закат уходит. Мы пришли. Очень народу прибавилось, скажу. Сегодня пятница, тем более. Вот. Кстати, здесь вот на пляже прямо туалет есть. 50 рублей он стоит. Массаж полностью общего тела стоит 2500. Там вот бар есть. Ну, не знаю что, но бутылочку маленькой воды 0,5, негазированной, я приобрел за 100 рублей. Такой пляжный волейбол здесь. Ну вот так вот все. Цивильно, красиво.
доски можно для серфинга взять, арендовать. О, друзья, нахожусь на пляже, но море до сих пор еще не прогрелось, поэтому люди в большем случае загорают, вот, потому что далеко в море никто не стремится идти, прохладненько. Родители боятся за своих детишек, чтобы они ничего не застудили, а мы решили с семьей прокатиться на катамаранах. Сейчас поплывем по морюшку на катамаране. Дели на меня экипировку. Сейчас поеду свою любимую семью катать по морюшку на катамаране. Наша техника. На ней поедем сейчас. Я еду в роли капитана, ответственный полностью за свою семью, потому что все-таки находимся на открытой воде, но стараемся от моря, от лета брать все, что можно. Сегодня погода по 30, смотри. Морюшка мирная, так что замечательно все. За рулем не буду больше отвлекаться. Что, друзья, вечер на дворе, зайдем в морюшко. Такой вот закат красивый. Пойду сейчас вам покажу медузок. Тут очень много медузок, друзья. А вот мне даже подсказывают, спасибо. Ага, вот, друзья, вот какая медуза, вот такая вот. И таких по берегу очень много. Идешь, идешь, идешь и боишься, чтоб не, как говорится, не укусили, не наступить. Не знаю, просто какие последствия могут у них быть. Все-таки так вот. Вот иду. А что могут медузы сделать? А, ужалить, вот мне сказали, дорогие женщины отдыхающие тоже. Вот так что, друзья, ух, много здесь. У меня, друзья, телефон без защиты, так что я аккуратненько стараюсь ходить. Оп, мои ноги. Блин, кто-то из вас скажет, в воду смотри, а не в телефон. Так я воду и смотрю, вот хочу вам показать. Где-то... А, вот. Вот, друзья, смотрите. Вот. Вот медуза плавает. Их тут очень много на самом деле. Они к берегу подплывают. И вообще не боятся. Вот еще одна. Смотрите. Вот их много-много, друзья, здесь. Пока вроде бы миновала нас такая неприятность. В общем, что хочу сказать. Приезжайте в Анапу, Жемете, Витязево, Анапа. Но нам так понравилось здесь, в замечательном отеле у Артура, что мы решили еще на 4 дня забронироваться. То есть у нас на 3 забронировано, еще на 4. Ну и в Витязево еще маленечко поживем. Вот. Следите дальше за моим творчеством. Комментируйте мои видео. Мне будет приятно дальше снимать интересный видеоматериал для вас. Всем пока!